Магадан приехал американский путешественник Роберт Смит. После 40 лет службы в армии он вышел на пенсию и последние 5 лет странствует по миру, чтобы, по его словам, найти свое место. За это время странник побывал в Шотландии, Великобритании, Канаде и на Ближнем Востоке. Все это время Роберт Смит ездит на старом Peugeot, который оборудован для жилья всем необходимым. На Колыме он планирует остаться и построить ранчо. Я думаю, мне будут нужны козы, овцы, лошади, куры, может даже лебеди. Надо всех собрать вместе, чтобы получился небольшой контактный зоопарк для детей, чтобы они могли ходить и играть. Взрослые смогли бы покататься на лошадях, поесть и приятно провести время. Ну, давай попьем по чайку. Путешественник уже успел обзавестись полезными знакомствами. Сейчас он отдыхает у своего друга в частном секторе. Познакомились они в Якутии на паромной переправе во время майского паводка. У Роберта сломалась машина. Андрей Щербаков был единственным, кто помог. Я единственный, кто хоть чуть-чуть по-английски как бы смог ему объяснить, что туда, куда он собрался, ехать и строить там ранчо, а хотел он это сделать где-то в районе Мсукчана, в брошенном поселке. Я ему объяснил, что нецелесообразность этой идеи как бы зашкаливает просто все мыслимые пределы. Именно поэтому предложил ему все-таки обосноваться поближе к морю, где хоть не так холодно, что, в принципе, он как бы за тонностью и принял. Деньги на строительство Роберт берет из своей пенсии. Он нашел себе участок в 50 километрах от областного центра, близ озера Глухой, и пока занимается отсыпкой дороги и подготовкой территории под ранчо. Американцы уже помогли обратиться в ФМС для получения разрешения на работу. Строительство планируют начать уже весной следующего года.